Так, короче, быстро и по делу, без моего бесполезного мнения, про подсумок Mordor Tack, медицинский отрывной. Вот можно посмотреть, как он выглядит на снаряге, на жилете. То есть вот его размер можно оценить примерно, сколько он занимает. 3 моли ячейки в ширину. То есть вот он у меня установлен на плитнике. Подсумок отрывной, держится на липучке. Сейчас попозже ее покажу. Фиксируется к платформе с помощью фастекса и стропы и находится сам вот в такой вот платформе, которая внизу подсумка, довольно объемный. То есть объем платформы можно оценить, но тут довольно-таки большая. Снаружи на подсумке нашиты две моли стропы с двух сторон. У меня сейчас тут висит подсумок под ножницы и турникет, тоже мордоровский. Вот, на самой стропе сверху липучка под медицинский. Обозначение знак, то есть какой-то пачек можно повесить с крестиком. Вот, открывается он с помощью, как я говорил, уже фастекса. То есть мы снимаем за специально обученную ручку. То есть этот подсумок отсюда отстегивается. То есть вот она, сама платформа, как она выглядит на жилете. И вот сам отрывной подсумок. Вот молли платформа. На самом подсумке стропа. На платформе стропа, которая позволяет установить тренчик, чтобы этот подсумок не утерять. В случае, если мы его обратно на платформу прикрепить не смогли. Конструкция подсумка, наверное, напоминает группу 99. Ну и схожие подсумки. Китайцы сейчас много кто производит. Сейчас довольно-таки много. Есть система быстрого открытия за две стропы. То есть за одну и за другую ручку дергаем, открываем. Либо с помощью молнии можно открыть. Сейчас условно быстрое открытие сделаем. То есть внутреннее пространство подсумка сделано следующим образом. Так, во-первых, у него здесь специальный карман сделан. Производитель заявляет, что это карман под ножницы. Карман довольно-таки глубокий, то есть он сюда рука влезает, то есть чтобы сюда можно было разместить травматические ножницы. Сверху такой карманчик, как заявлено, под перчатки, чтобы сюда свернуть. Внутри карман под средства, типа там гемостатика, одеяло и прочего. То есть специальный карман сделан. Дополнительные карманы на стенках. Сама внутренний интерфейс на подсумке реализован таким образом, что здесь нашиты стропы, то есть не резинки сразу, стропы, в них вдет шокорд. Можно его настроить как тебе удобно, то есть это довольно-таки, в принципе, функционально. Разместить как тебе удобно здесь там перевязку, турникет и любые медицинские средства, которые вы считаете нужными наполнить свой подсумок. Такая же стропа реализована на внешней стенке, то есть сюда также можно разместить какие-то средства, то есть в зависимости от того, как вы комплектуете свой аптечный подсумок. То есть вот он еще раз как выглядит. Все.